Максимальная концентрация вкупе с самоотдачей – вот секрет успеха юного грэпплера. К каждому старту Станислав Сионов готовится серьезно, особенно если дело касается соревнований международного масштаба. А недавно Стас привез домой золотую медаль чемпионата Европы по версии Международной ассоциации грэпплинга. Буквально через пару недель после этой победы он отправился на открытое первенство Дагестана, где в финале уступил хозяину турнира. Всего было 7 соперников. Отборолся я 3 раза, а четвертую схватку проиграл и занял 2-е место. С кем они были? Против кого? Последняя схватка. Последняя схватка я боролся против дагестанца. Вообще Стас пришел на грэпплинг случайно. 3 года назад друг позвал его на тренировку. Ради любопытства Стас пришел на первое занятие. Вот тогда и появилась у будущего чемпиона любовь к этому виду спорта. Грэпплинг мне нравится от всех видов спорта тем, что тут не как в остальных видах спорта. Тут ты борешься, можешь бороться снизу или сверху, можно болевые приемы делать. Можно задушить или там на ногу что-нибудь сделать. Таких, как Стас, на секциях по грэпплингу немало. Каждый стремится быть лучшим в своей весовой категории. И на тренировках прилагает к этому немало усилий. А чтобы таких замотивированных борцов было больше, Федерация грэпплинга Карачаево-Черкесской Республики планирует открыть новый бойцовский клуб в Карачаевске. Мы хотим запустить секцию вот в городе Карачаевск. Сейчас в процессе, как бы, я думаю, 1-2 месяца и запустим. А насчет стартов, как всегда, главные старты – это первенство СКФО, первенство России, после России – Европа, там мир, и вот в этом ключе. Как-то так и, конечно же, участие на других рейтинговых, хороших, статусных турнирах. А впереди у молодых спортсменов еще больше побед, а где-то и поражений. И, конечно, их ждет упорная подготовка к первенству СКФО и России. Альбина Шаова, Далиль Мирза, Архыз, 24.